школе номер 28 Ульяновска учителям вручили дипломы, грамоты и подарки. Конкурс «Педагогический дебют» ежегодный. Правда, из-за ковидных ограничений большинство испытаний проводили в онлайн-формате. Участвовали 32 начинающих специалиста из школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. Участие в этом конкурсе даже в таких непростых условиях сегодняшнего дня, сегодняшней педобстановки, вы показали, что вы можете делать все и в экстремальных условиях. Перед тем, как выбрать победителей, педагоги участвовали в нескольких испытаниях. Это визитка, открытые уроки и дискуссии на определенные темы. По итогам конкурса победителем в номинации «Молодой учитель» стала педагог начальных классов из губернаторского лицея номер 100 Мария Данченко. Конечно, выходить из зоны комфорта всегда очень тяжело и очень страшно. Но именно благодаря этому мы здесь с вами получили самое главное. Это бесценный опыт. Большое вам спасибо. Второе место заняла учитель химии школы номер 47 Маргарита Константинова. Девушка работает в школе второй год. Признается, самым сложным в конкурсе было в определенный момент взять себя в руки, выдохнуть и шагнуть дальше. Ты стремишься к чему-то новому и пытаешься достичь какую-то новую вершину. Ты ожидаешь получить новые знания, новые знакомства, новые впечатления и какие-то эмоциональные радости, так скажем, да? И, по сути, разочарований не было. Также лучших выбирали в номинациях «Лучший наставник», «Молодые вожатые», «Воспитатели» и «Молодые управленцы». Победители и призеры профессионального конкурса в ноябре представят Ульяновск на областном этапе. Анна Тищенко, Управда ТВ.